Ваш сын Андрей Викторович безнадежен. Стрельба по команде. И что, день рождения продолжается? Та-дам. Медленно, давай, ничего не бойся, пап, с тобой, давай, давай. Круто! Аккуратнее, машина! Видимых травм нет, реакция есть, дыхание есть, кома. Ваш случай сложный, можно даже сказать, уникальный. Поэтому остаюсь просто ждать. Ты поправишься. Я даю тебе слово. Вам необходимо отдохнуть. Я не устал. Ну вы угробите себя тогда. К моему глубокому сожалению, изменений в состоянии вашего сына практически нет. Я буду оплачивать за эту палату. Год, два. Ваш сын Андрей Викторович безнадежен. Извините, медицина тут бессильна. Так бывает. Что мне делать? Что в сумке? Игрушки всякие. Ну что тут у вас? К стене. Все будет хорошо. Не будет. Ты дашь мне гарантии, что моего сына не отключат. Пока я здесь, мой сын жив. Я официально уполномочен выслушать ваши требования. Я не дам отключить своего сына. Шансов-то у вас нет. Тебя обязательно повяжут или гроб. Ты же сам хотел моего сына убить. Ты можешь его ликвидировать? Стрельба по команде. Уходите! Мне сейчас начнут шторм. Я ему слово дал. Мужское слово. Close doors, I'm a fool for your love.